Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает всех гостей и жителей города Владивостока посетить уникальную региональную мультимедийную выставку «Арсеньев-150. Открывая Приморье» абсолютно бесплатно. Посетители смогут узнать о ключевых событиях первого этапа жизни Арсеньева и его вкладе в изучение Дальнего Востока. Вся выставка, она носит концептуальный характер, начинается непосредственно с детства Владимира Клавдиевича. И постепенно рассказывает о всех периодах и этапах его жизни и деятельности до 1913 года. То есть именно о тех событиях, когда он и сформировался непосредственно как тот исследователь, тот писатель, которым мы его знаем. Владимир Арсеньев был руководителем ряда экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края, которые до него являлись белыми пятнами на картах Приморья и юга Хабаровского края. Об этом и многом другом и расскажет поистине невероятная и увлекательная экспозиция, содержащая все периоды жизни и деятельности выдающегося исследователя. Широты контексту добавят архивные фото и видеохроники, письма, воспоминания, дневники. Все эти материалы, они носят архивный характер, то есть они являются представителями того времени и того периода, в котором жил и занимался деятельностью Владимир Клавдиевич Арсеньев. Соответственно, они позволяют посетителю погрузиться непосредственно в ту эпоху и познакомиться не только с личностью Арсеньева, не только с его исследованиями, но и с жизнью и бытом именно тех народов, деятельность которых, жизнь которых явилась предметом исследования Владимира Клавдиевича Арсеньева. Отметим, выставка «Арсеньев-150. Открывая Приморье» создана при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.